костяк, не просто музыкальный коллектив, а творческое объединение. Встречайте дуэт «Испанские гитары» Евгений Устинов и Александр Мячев. И барабанщик группы «Небо и земля» Андрей Гузенко. Доброе утро. Доброе утро. Ребята, очень рады вас видеть. Скажите, пожалуйста, как пришла идея объединиться вместе и почему? Совсем недавно мы начали преподавать вместе в Тюменской музыкальной студии, и там друг друга увидели и начали совместную деятельность. Угу. Вот совсем выяснилось, полгода. Что Андрей всю жизнь мечтал играть с испанскими гитарами, ну а вам нужна ритм-секция. Да, это вы правы. Хорошо, полгода назад вы были уже здесь, в нашей студии, и тогда шляп было гораздо меньше. Наполовину меньше. Но сегодня вы, вот, собственно говоря, ну и изменения мы видим. Изменения на лицо. Какие еще перемены, кроме нового музыканта, произошли в вашей творческой жизни? Ну, мы выступаем еще не только вот втроем. Мы выступаем, у нас еще есть не только ритм-секция, но и прекрасная девушка, которая танцует с нами, и прекрасный мужчина, который также танцует с нами. Но сегодня, к сожалению, не смогли они прийти в связи с тем, что они работают. Какие-то зажигательные вот эти испанские зажигательные танцы, да? Испанские, да, с нами танцуют. И наверняка вы все вместе выступаете в одном известном ресторане. Вот расскажите, пожалуйста, люди как реагируют на классическую музыку? Люди замечательно реагируют, но у нас конкретно не классическая музыка, она больше испанская музыка, ну классическая испанская музыка, да. Вот. Люди танцуют, люди радуются, и у нас даже последний раз, когда мы выступали, бабушки вышли танцевать, вот так вот. Здорово, а какая русская музыка? Русская народная, но это уже без сандеры. Яблочко, да, конечно. А люди как-то, я не знаю, они в курсе вообще о том, какая бывает музыка, ну, имеется в виду испанская? Или просто говорят, ну, сыграй что-нибудь зажигательное, что-нибудь душевное? Или конкретно какие-то мелодии заказывают? То есть образованный у нас народ? Ну, где-то образованный, но в основном, если в ресторанах, то просят, сыграйте «Отель Калифорния». Отлично. И что? Вы можете? Вот, ну, мы можем. Да? Слушайте, ну это же шикарно было бы услышать хотя бы пару каких-то аккордиков. Можно? Я ее очень люблю. Я тоже. Бесконечно, это шикарно. Ребята. У меня даже пошли мурашки, честно. Я вот углядела маракасы. Да, маракасы? Где ты это разглядела? Вот там разглядела. Вот здесь. Ты же знаешь, как эти штуки называются. Когда выступаем, мы еще предлагаем тем, кто рядом с нами, поиграть с нами. Да. Вы действительно будете сегодня еще песню здесь одну играть, и мы вам поможем. С удовольствием. Еще один вопрос. В Испанию съездили, посмотрели, получились? К сожалению, мы так и не попали. Пока еще в этом нет, году. За эти полгода не доехали. Да, не доехали. Отлично. Мы доехать. Были в творческом процессе, у нас было просто... Хорошо. Творческого вам отпуска в Испании, который, собственно говоря, может быть, еще и совместится с каким-то там обучением чему-нибудь, да, у мастеров. Спасибо большое, сейчас будет песня, мы поможем. Для вас сегодня работали в прямом эфире. Ольга Гапеева и Дмитрий Наумчик. До новых встреч, и сейчас под ритм зажигательных... Исполнители испанских танцуем, испанские гитары, барабанщик группы «Небо и земля». Просим.